Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Тимур Соколов, и многие меня знают как тренера по успеху, лидерству и личной эффективности. Сегодня я записываю вас, для вас это видео, находясь в Риохе, в винном регионе Испании, в столице Аро. Нам сегодня повезло, потому что мы присутствуем на прекрасном празднике, который посвящен Сану Педро. И есть такая вот интересная традиция, здесь есть, когда люди бегают, обливаются вином. Причем удивительно то, что эти люди, вот действительно у них настолько вот эта культура, настолько развиты такие традиционные вещи, то, что они даже и детей с маленького возраста приучают к тому, чтобы вот, быть в этой традиции. Сегодня конкретно мы принимали участие в празднике, где маленькие дети, причем, да, вот разного возраста, от трех, там, двух, вот даже в колясочках, берут фляги, во фляге наливается вино, и потом по команде судьи, мэра города причем, да, то есть они начинают поливать друг друга вином. Зрелище потрясающее. 29 числа, будет праздник для взрослых. То же самое, взрослые надевают на себя белые майки, белые одежды, наливают в большие фляги с вином и начинают друг друга поливать. К чему это все рассказываю? Я это все рассказываю потому, что маленький городок славится сильными и настоящими такими крепкими традициями. Традиция – это своего рода такая правильная привычка. Если с самого детства приучать себя к хорошему, если с самого детства приучать себя к правильным вещам, то через определенный промежуток времени, там, через 5, 10, 15, 20 лет, можно иметь действительно такую хорошую культуру, хорошую привычку, сильную, правильную. И ведь и секрет для вас, да, то, что сначала мы формируем свои привычки, и потом привычки формируют нас. Поэтому, если мы будем уделять огромное внимание для того, чтобы развиваться, для того, чтобы формировать себе правильные привычки, вас ждет грандиозный успех. Поделился этой историей, потому что хотелось рассказать вам что-то приятное. С вами был на связи Тимур Соколов. Ждите новых серий. Удачи, пока-пока.